И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и мы продолжаем играть в Panzer. Сегодня у нас воскресенье, а это означает, я играю за сапёра, и со мной играют Димас, Мишаня и Персик. Здоровайтесь. Привет. Привет. Вообще просто хором. Это... Я реально, я уже отвык от этого. А, блин, особенно когда в одного играешь, просто ни на кого не рассчитываю. А, подожди, так, телепорт. Сначала телепорт надо поставить, потом уже всякую фигню нести. Особенно когда вот в одного играешь, просто начинает бомбить, когда половина команд начинает тупить. Это, конечно, да. Так, у меня сейчас инквизитор, походу, за спину зайдет уже. Я это прям ощущаю. Козел. На тебе капкан под задницу. Встал? Ах ты, иди сюда. Дайте по виски кто-нибудь. Шлёп. У меня два инквизитора. Ладно, я с вами. Ребята, я с вами. Я вот сюда поставлю телепорт. Да ты в натуре! Достали меня уже. Ой! Ой! Ой, мать твою! Вот берсерк еще лагает. Здесь фреза со стороны телепорта пришла. Ой, 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 ой. Ну, мой телепорт не сломали, так что пошли все в жопу. Какого фига она оттуда пришла-то? Я-то там второй поставил, короче, где смог. На тебе, козел. Я сдох. Там тотем переключите. А, нет, уже не переключите, там его сломали. Черт. Ты по минус нулю, да, все? А, понятно. О, да, еще один берсерк выкашет. Я его убью. Я верю в них. Это, наверное, могильчик нет. А, ну его вообще выкинул. Это норма. Такс. Пробую телепорт поставить наверх куда-нибудь. Наверх куда-нибудь. Вот сюда, наверное, поставлю. А че, это здание ломается, что ли? Вот черт. Двери ломать. Да ну нафиг, а че никого на точке нету? А меня бьют! У нас фреза точку захватывают, Соло, вы че, прикалываетесь что ли? Да я тебе больше скажу, у нас вообще фиг знает, где виска бегает. Да она тупая тварь, блин. Привык от виски играть, а ее нету. Конечно, да. Вот это поворот реально. Фу, мухи летают. Я лечу, вот я лечу! Конкретно я разучился играть. А, почти! Козлина! Ну не, ну 1500 кому-то вдарил, надо ему, конечно, лучше тотемы ставить. Все, мы всрали, походу, точку, если сейчас ничего никак. Да блин, да что такое, у меня камера так стоит коряво. Я в чуме еще. Все, я кончаюсь. Я знаю, пошли четвертую точку ломать. Пошли. Сразу четвертую. Тотем убери. Пойдем ломать. Икс. А чё все побежали-то? Чё-то я смотрю, вообще никого на точке нету. Я побежал четвертую ломать сразу. А, ну здесь вот какой-то инквизитор бежит за мной. Наш инквизитор бежит за мной. Че, не, пока мы пойду, не дверь успеем сломать, я тебе говорю, мы точку не успеем сломать. Забрали. Да, да, мы... может, курсик. Заходи, ставь около стены какой-нибудь тотем. Я около двух поставлю, короче. А че вы все здесь играете? Точку-то захватывали вообще другую. Да, мы хотим эту попробовать захватить. О, так, кил, заходи обратно. Заходи в ворота, быстрее. Помал одну стенку. Все сломали, отлично. Да господи, этот дегенерат на ману переключил. Я бы сказал бы, кто этот дебильная тварь, тупая зеленозадая скотина. Там если стенка есть, иди перед дверью поставь там. Стенки нету, ЦП нету. По мне крышу забрал. Так, переломила. А, я застрял, блин, я застрял.
Да что ты? Ай, промах позвал. Главное там точку защитить. Вот задница. О, господи, этот тупой дебил пришел и меня заразил. Еще и тотем переключил. Дегенерат тупорылый. Блин, господи, вот говорят же, порой зеленый зад, и ты просто полный дебил, блин. Нет же. А, да ну нафиг, еще одну стенку ломать. Help me. Капец, я игру разучился. Это норма. У меня вообще ощущение такое, точки. Как будто бы у противников просто авто, это, блокировка срабатывает. Особенно, когда я играю на инквизиторе, на тебе, козёл. Блин, я так не помню, что, всего одна стенка, что ли, осталась рабочей? Обвались, твою налево! Да чтоб тебя, зараза тупая, блинский, что за фигня? Столбы еще что ли, ломать? Вы что, прикалываетесь? Ну точно еще и столбы ломать, да? Ну нафиг, я по столбаню попадал. Меня сейчас грохнуло. А, нормально, у нас тут застроена точка, оказывается. Я не знал. Не. Такими персами была гиблая идея идти четвертую точку ломать. Дебил, я бы так сказал, даже. Который даже не знает. На тебе, козлина! Я почти даже попал. Ладно. Сейчас сделаем по-другому. На тебе, козел! Будет он мне здесь и мешается. Черт, я не так поставил ее. Ублюдки всякие мешают. Нормально, они отвлекаются. А, прикинь, инквизитор прошел в проем, а танк не прошел, он жирный. Ну да. А я не знал такой фигни. Ну ладно, тоже хорошо. На тебе, ублюдок. Долбаная тварь. Ай, черт, пламя-то не наше. Так, тотемчики. Иска. Пошел в жопу, да? От меня подальше. Жирная задница. Прикинь, они сейчас пытались меня убить, и оба в воду упали. Танк-инквизитор. Ну, я тоже в воду упал, но был лин, было весело. Так, значит, что мы там сломаем хотя бы? Ну, там надо столбы ломать. Я плюнул это дело, пришел на точку, и, знаешь, не прокадал, однако. Я сейчас поставлю здесь тотемчик. Хотя бы одну-то надо сломать. Проще было. Там, причем, по-моему, не все надо сломать. Вот эти хотя бы передние. А что ты долбанный капкан мне бьет, а? Меня завалил! Черт! Меня тоже придавило! Короче, либо одновременно сломали, либо просто надо было один столб хотя бы сломать. Ну да. Черт, ну блин, ладно. Хотя бы один перекрыли, и то хорошо. Я сейчас опять им ворот поставлю. Ай-яй-яй, я бегу отсюда, а. А, нормально, он стоял так. Че, вторую будем ломать? Не-не-не-не-не, пока пускай. Ты стенку поставил! Твоя жертва не пройдет. Да, Рам, черт! Черт, я
убили. Я стенку еще не так поставил. Блин, я поздно задумался, что надо было две стенки поставить. Понимаешь, они тупят. Ну вообще, короче, тактика наша была это. Изначально плохая. Они просто. Нормально, сейчас задефан. Давай тотем ставь. Какая? Один на точку, один туда. Так. Я про то, что они им пофигу, они бегут на это. Просто чисто через центр постоянно бегут. Вот, вообще... вот, вот, пусть через центр выше бегает. Уронил. Хо-хо, помощь, ёб твою шталево, я просто тащу! Пошел взад! На! Я почти убился! Блин, нету. Да. Нифига себе! Вот этот поворот. Так, ладно, я цепи набил на стенку, сейчас пойду ставить. Благодарю, вот это просто... Чума. Чума, да ну тебя в задницу. Ай-яй-яй-яй-яй. Итак, ну... У меня хорошая новость. На меня на одного потратили заморозку. У меня плохая новость, меня убили. Твой тотем пытаешься сломать. Я говорю, они стенку ломают. Там пройти могут, они стенки ломают и так далее. Видишь... Тактика такая, короче, чем больше всякого фигни поставишь, тем лучше. Нужна такая тактика. Надо, короче, сейчас вот так вот. Здесь тотем сейчас поставлю. Самое главное, это надо выстоять. И не дать им захватить эту долбанную точку. Я капкан даже не смог сломать, я на нем сдох. Ай-я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 й. Одну точку. Одну точку. Точка, точка. Ага. Я нашел отсюда пустой огонь. Такс, фигово. Попробуем сделать так. Ну, первая стенка точно минус будет, там с респа ее сломают. Ну да, как вы понимаешь, расчет на то, что они будут тормозить. Вот просто, вот настолько тупо и банально все. Будем смотреть, как она проканает, так или нет. Так, у нас там уже бегут, ну блин, ну вообще просто жирная задница. Могильщик, идиот, блин. Просто уперся в меня и не хотел. Сейчас, немножко подождите, я воскрешусь сразу на хил. Я так хотел в тупо прыгать и цепи дать. Второй. Понеслась. Овца! Так, и нашего ни одного берса тут нету, да? Да, наших там вообще полная жопа, короче, что-то. Я вон там бегаю в истерическом темпе, ставлю тотемы и все дела. На тебе, козел! На тебе, козел! Тебе еще капкан под задницу! На тебе! Эх ты! Тихо-тихо-тихо! Понеслось! Все, никого это аккуратно, она сейчас провалится, яма это. Ага, уже время. Аккуратно, да? Трое просто наших утонули. Нормально, вообще. Первый раз играют на этой карте. Норм. Так, сейчас второй там поставлю. А, ну да, нормально он стоит уже. И сказать игру. Овца! И пофиг вообще. Я и хотел с респа пойти. Я телепорт поставлю, пойдем поближе. Блять, берсерк. А, какая ты гад. Вот, спасибо. Персик, а ты да чё, залагал? Я решил принять водные процедуры. Молодец, правильно, мыться тоже нужно иногда. Блинский. Ну пока врагов нету, можно, как говорится, и помыться. Ни в кого не попал, а? Зря кинул. На тебе, козёл. На тебе, козёл. Угу. Я просто... Тащер. На тебе, козел. Ох ты, нифига себе, я реально тащер, я одного убил. Я тащу, блин. Фреза, фреза, фреза. И... Испугалась.
овца. Да что такое, блин? Просто выскальзывает. Пошли все в задницу. Бутыль. У них сапера нету, да? Вот почему нам мы еще не слились. Ай ты, блинский, я упал. Так, давай, давай, заходи, заходи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Долбаный канонир. На тебе, скотина. Просто отменно. Полетел так как, а? Да нормально, оттащим нафиг. Во, я кое-что накопил. Ну, давай, давай, давай. ТП. О, ТП нет, да? Ща, ща, ща будет, ща будет. А, черт, мне эта кнопка. О, да. Ай, я почти туп. Я почти то, что нужно, поставил. Так, лечу, бегу, рвусь вперед. Да могильщик, дебил, опять я в него уперся. Так, вот сюда поставлю, короче, вход. Капец, что у него за дамаг? 4000 простым дамагом, берсер. А, это норма. Это норма, реально, это норма. Я привык к тому, что меня ваншотят, а у меня хп когда мало, это. Это норма. Экс. Козел! Он меня почти заваншотил, у меня 120 хп осталось. Вот это процедура. Она добила. Меня опять телепорт сломали. Да нормально, вывозим, у нас понапросопались и хорошо. Угу. Ты чувствовал, когда надеешься, что берсерк добьет, а он дает парику и не добивает. Вот-а! На тебя, козел! И получай люлей в задницу! И еще разочек. Да просто закидает тапками хотя бы. И просто как царь бог нет, не погнал. Весь ихний тимфайт сзади зашел и потычки дал, и я сдох. Игры, это норма, я к этому привык уже, реально, вот настолько все это тупо, что я к этому уже привык. Чума, на точку летит. Я сдох. Долетел. 50 секунд, прикинь, осталось, а мы еще не слились. Сейчас, что-нибудь придумаем. Надо, короче, что-то делать, оказывается. На, я под блевотину попал. Черт побери. Почему я там ставить не мог? Ну и... Давай, ну хоть что-нибудь-то, ну хоть как-нибудь... А, у меня ЦП потратилось. Я думаю, что за фигня. Что не хватало. На тебе, козел. Я вас всех убью, уроды. Козлина. Я убил, короче, просто молотом вот этого. Я с последнего вытянулся. Надо их выкинуть с точки. И мы затащим, прикинь. Ну, либо они сейчас затащат. Ну, либо они. Вот это прям вообще прям вовремя сейчас было. Давайте, давайте, наказывайте их. Я стою на точке. Я не хочу слиться. Я боюсь, у меня это не получится. Не откатывайся. Нет, тебе. О, да, я танка завалил. Я, конечно, его тупо добил. Есть. Фу. Все-таки как старые добрые времена. Да, все-таки реально, когда команда, так сказать, половина команды слушает то, что вообще происходит в игре, а не авкает, это супер.
И тактика строй больше беги дальше вообще канает. О, затащили, и на том хорошо. На помощь. Нормально? Короче, я ну а я с вами буду, пожалуй, прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну и, конечно же, делитесь моим видео с своими друзьями. Всем удачи и всем пока.